Сегодня жителей дома номер 10 на Короленко постигло фекальное бедствие. Поутру в подъезде домов ощутимо запахло. Я почувствовала, когда проходила, а в квартире я не слышала. Чуть позже запах просочился в квартиры, и все поняли, что где-то потекло. Нечистотный запор обнаружился в подвале, канализацию прорвало где-то ночью. Квартир, к счастью, не дотекло, но жителям хватило и запаха, который, к сожалению, или, может быть, все-таки к счастью, не способен передать телевизор. Кроме морального, в смысле осязательного эффекта, не обошлось и без материального. Жильцы уже упаковали в подвалы зимние запасы. Картошку, морковку там и прочее НЗ. Все добро теперь к употреблению непригодно. У меня опять предошил на себе. Несколько раз ходил, 200 кг натаскал, а теперь все на свалку. А тебе надо Рогуша. Раз канализационными стоками все затопило, конечно, теперь же все это у нас пропало. Такая катаклизма на Короленко 10 происходит регулярно. И корень зла жильцы нашли в детской больнице, что напротив. Их канализационные стоки немного выше. И по незыблемому закону сообщающихся сосудов, если в больнице что-то засоряется, вся нечисть течет вот в этот дом. 2 дня поплещется, потом слесари откачают. Так, видимо, и в этот раз будет.